Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Юлия Ефременкова пожаловалась подписчикам, что с ней произошла неприятная история. Девушку во время записи эфира укусила скалопендра, после чего ее нога вся опухла и ужасно болит. Стало известно, с каким мужчиной проводит Ольга Бузова свой отдых в Таиланде, а компанию ей составил Тимур Батрутдинов. Вполне возможно, что они не просто друзья. Также в сети появилось видео, которое Бузова снимала во время полета, а также в первый день пребывания в Таиланде. Было заметно, что девушка находится на веселе, она даже появилась в отеле в майке наизнанку, не заметив своей оплошности. Многие считают, что у Ольги есть повод выпить. В сети сейчас обсуждают беременность Анастасии Костенко, новой жены Димы Тарасова. Журналисты подловили ее в одном из медицинских центров, где девушка проходила плановое УЗИ. Причем в этом центре Костенко была записана не под своим именем, она числится там как Ольга. Ольга Рапунцель не перестает жаловаться на свою тяжелую жизнь. Девушке очень тяжело дается беременность, и после очередной бессонной ночи она буквально взорвалась. Она рассказала, что эта ночь была самой ужасной. Ей пришлось 6 раз вставать из-за сильной тошноты. А также ребенок так шевелился, что не давал ей ни минуты покоя. Фанаты Рапунцель советуют ей держаться, ведь все женщины проходят через это, причем не один раз. В интернете обсуждают безобразные стоп-кадры Саши Черной из недавнего эфира. Сашу показали в крупным планом, в белье и распахнутом пеньюаре. Она совершенно не стесняется, ведь считает, что в любом весе можно быть сексуальной. Давид Анташвили пригласил Лену Хромину на романтическое свидание. Она очень его цепляет и нравится ему все больше и больше. Состоялась сейшельская свадьба Тани Мусульбес и Виктора Литвинова. На этой свадьбе не обошлось без ссоры. В итоге ребята никуда не поехали и к свадьбе не подготовились. Таня после церемонии горько плакала. Майя Донцова опубликовала фото новой прически с челкой. По мнению большинства, ей очень идет. Лиза Триандафилиди сменила прическу, она состригла наращенные волосы. Пробует менять имидж и Надежда Ермакова. Вариант блондинки с челкой ей не понравился, и девушка стала брюнеткой. Нелли Ермолаева вместе с мужем улетела в Майами. Она летит туда за новой жизнью. Ребята собираются провести в Майами 3 месяца. Вика Романец и Антон Гусев улетели на несколько дней в Париж. Вика отметила свой день рождения. Романец пишет: «В 28 я полностью состоявшаяся личность, которая сделала себя сама. У меня есть абсолютно все, что нужно для счастья любой девушки». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.